На левом берегу Днестра располагается древнейший город Дубоссары. Побывав в нем, наша съемочная группа встретилась с горожанами. Они охотно делились своими проблемами. Вот некоторые из них. Представьте себе, что этой дорогой ваш ребенок пойдет первый раз в первый класс, а потом во второй, и так до окончания школы. А ведь именно этой дорогой за знаниями в родную школу номер 2 в Дубоссарах спешит детвора. Скажите, пожалуйста, мы стоим сейчас на очень интересной улице. Это город Дубоссары, улица? Улица Куйбышева, перекресток Маргулец. Она, говорят, знаменита во всех Дубоссарах. Чем эта улица знаменита для Дубоссар? Тем, что не проехать, не пройти. Ну как же, мы прошли спокойно? Ну мы прошли, но вы сами смотрите, каким образом мы здесь ходим. Очень сложно это сделать, так как здесь у нас посещает очень много детей из микрорайона Коржева и центральная районная больница, они ходят в школу, то здесь сами посмотрите, как детям здесь ходить. Им интересно здесь ходить. Особенно, когда дожди проходят? Особенно, когда дожди проходят, я думаю, да, еще интереснее. Ты часто ходишь по этой улице? Ну да. Тебе нравится улица такая? Да. А чем она тебе нравится? Там мой друг живет, и вот я хожу по улице по этой. Ну вообще, по этой улице, когда дожди проходят, ты к другу идешь? Ну да. А как ты идешь? Тоже невозможно пройти? Возможно. Но если большой дождь, тогда я не могу пойти. У нас есть рубрика «Хочу сказать». Что бы вы хотели сказать администрации города и района? Я мечтаю видеть эту улицу красивой, благоустроенной, и чтобы был хороший подход детям к нашей школе, чтобы они приходили к нам в школу чистые и опрятные, как их отправили родители из дома. Проезжая по городу, обращаешь внимание на ухоженный вид центральных улиц. Практически все тротуары выложены плиткой. Что мешает городским властям сделать дорогу по улице Куйбышева, остается только лишь догадываться. По улице Дзержинского в Дубоссарах проблема другого характера. Ночной клуб привлекает молодежь. С осени и до весны, с 10 вечера и до 4 утра громкая музыка не дает покоя местным жителям. И это, как говорят, продолжается более 8 лет. Что вы хотите сказать вашей администрации? Чтобы приняли какие-то меры, потому что люди доведены до крайности, они уже не верят в силу власти, невзирая на все наши многократные обращения, никаких действенных мер не принималось. Если по указу президента и по всем руководящим документам звук не должен превышать в ночное время 30 дБ, то он по нашим замерам нашей санэпидстанции достигает до 50-60. Танцевальный сезон приближается, и жильцы многоквартирных домов по улице Дзержинского надеются, что, может быть, в этом году порядок все же будет наведен. Отдаленный район города – Большой Фонтан – еще одно место, которое привлекло наше внимание, как и многих горожан, которые приезжают сюда за чистой родниковой водой. Многие дома здесь заброшены, а 5 домов, где все еще живут люди, до сих пор не подключены к местному водопроводу. Родник для них – единственный источник питьевой воды. А город вообще проводит сюда воду? Город сюда говорили, что проблемы большие, много надо, материала много надо сюда. А все соседи, вот, которые здесь живут, они берут с родника воду. Мы находимся в Дубоссарах. Именно в городе Дубоссары район называется Большой Фонтан. Когда-то здесь давным-давно находилась древняя стоянка человека. И здесь был родник, который нынче работает. Вода здесь специально набрали, чтобы попробовать. Очень вкусная. И видно, древний человек был прав. Проблема в том, что до сих пор здесь нет водопровода, и нынешние люди, современные люди, приходят все равно, как и древние люди, вот к этому источнику, чтобы набрать воды. А скот пасется в этом же роднике. Здесь было раньше намного лучше, и лучше был доступ туда, а сейчас разрушено, более разрушено, и со временем, наверное, совершенно разрушится, все завалится, и не будет возможности брать отсюда воду. Но я считаю, что благоустроить его нужно, обложить его как-то, дать ему жизнь. Сколько лет, я думаю, роднику, и старые жители, я говорили, что это еще турки делали. Вот этот, что держит тут хозяйство, он своими животными, вот оно разорилось все тут. А местные жители все равно набирают воду отсюда? Берут. А ж,
приходят и берут, им нравится эта водичка, холодная и вкусная вода, берут. Где-то, чтобы животные могли, конечно, пить, и где-то им тоже надо, но так, чтобы там, где люди пользуются, было ограждено. Может быть, Николай Склифосовский, родившийся в этом городе, ставший впоследствии знаменитым ученым, пил воду из этого родника и ходил по немощенной улице в школу. Но то, что он не слышал танцевальные ритмы по улице Дзержинского, это точно. О том, как будут решаться эти проблемы, в других репортажах.